Экспертиза подтвердила подлинность разговора одесского экс-губернатора Саакашвили и беглого олигарха Сергея Курченко. Исследование аудиозаписей, которое ранее обнародовал генпрокурор Юрий Луценко, проводил научно-исследовательский институт спецтехники и судебных экспертиз СБУ. В генпрокуратуре подчеркивают, все аудиоматериалы получены законным путем по решению суда. Сейчас по делу допрошены 15 свидетелей. Тем временем защита Саакашвили считает, экспертиза фальшива. В Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины удалось провести качественную фиксацию разговоров Михаила Саакашвили и Сергея Курченко, наближенных до них осіб, а также добути доказы, подтверждающие их противоправную деятельность. В разі наполягания захисту подозреваемых мы готовы до залучения иноземных фахівців для проведения додаткової экспертизы.